Всем привет, дорогие зрители! Канал недвижимости Турции, а именно квартиры в Алании. С вами сегодня Агаси из солнечной Алании, район Каркаджак. Нашел для вас виллу, конфетку 4+1 с частным бассейном, с потрясающим видом на всю Аланию. Вот. Такой участок. Вот такая вилла. Год постройки 2016-2017 год. Участок 600 квадратных метров. 580 точно. 600 говорят. Покажу я вам вид. Расстояние до моря максимум 4300 метров. Отмерял по карте до воды Средиземного моря. Дорога асфальтированная, нормальная, так что нужна машина. Здесь у нас вид на лес. Ветрено сегодня как-то. На все вот эти горы, на всю красоту. И этот вид у вас точно никогда не закроется. Если даже построят виллу в будущем здесь, то она будет снизу. Вот такая вилла с частным бассейном. 4+1. Такой участок. Есть собственный гараж, который я вам сейчас покажу. У нас есть большой портфель. Кто желает купить виллу в Алании, обращайтесь. Вот такой бассейн. Там участок у нас продолжается. Войду я с этой стороны в эту виллу, чтобы два раза не крутиться. Так, этот участок тоже вам принадлежит. Вот здесь дорожка, вот это отсюда до той решетки. Это как бы ваша территория. Можете остановить машину, можете даже пригнать в гараж. Вот это ваш гараж. Заранее поздравляю нового хозяина. Вот ее уже доделают, плиты поставят на место. Так, и у нас вход в садик. Также отсюда можете решетку доделать. Даже оливки есть уже. Лимонное дерево, там апельсин также есть. Здесь у нас тоже такое место, кладовочка. Вот такой вход. Это вилла. Продается пустой. Такие двери. Такая прихожая. Так, гостиная, совмещенная с кухней. Квадратных метров здесь общая где-то 290 квадратных метров, общая вилла, двухэтажная. Здесь у нас как бы балкон. Видно крепость Алании. Тихий, спокойный район. Нужно полностью обставить. Обойдется как минимум 8000 евро, чтобы все обставить. Так. Здесь у нас, кажется, кладовочка. Ручка что-то не работает. Да. Вот такая кладовка под лестницей. Электричество есть в квартире. Тут у нас санузел. Две раковины. Это все из дерева. Да, также тут душевая кабинка.
Про что он сам взял? Потолок тоже покажу. Высокий потолок. Есть где-то 2,85. 285. Это у нас спальня. Просторная. Здесь минимум 16 квадратных метров. С выходом на балкон и на площадку также. Так. Поднимемся мы на верхний этаж. Лесенки мраморные. Алюминиевые окна. Здесь у нас сразу санузел с ванной. Такая ванная, лежите тут и наблюдайте за красотой по вечерам. В основном очень красиво. Вот тут даже есть свой маленький садик. Так. Сюда я еще вернусь. В вилле есть сауна. Сейчас покажу. Здесь у нас просторная хозяйская спальня. Вот. Санузлом. Найдем санузел. Так, вот такой санузел с душевой кабинкой. Дорогие зрители, как я вижу, VIP вилла. Здесь у нас выход на балкон с хозяйской спальни. Вот такие тут виды, сами оцените. Так. Здесь можно так что-то дополнительно посадить. Так, покажу левую сторону. Тут тоже спальня. Значит, у нас была спальня внизу. Хозяйская спальня – это вторая спальня, это третья. Вот такая спальня. Здесь как минимум 14 квадратных метров. Также выход на балкон. Вот серого цвета у нас такой потолочек. Вот наша сауна. Здесь еще один санузел с душевой кабинкой. И вот сауна. Вышли, пропарились, отдохнули, приняли душ и пошли спать. Вот такая сауна на двоих-троих, как минимум. Все новое, никто не жил. И здесь у нас еще одна спальня, скажем, гостевая спальня. Тоже не маленькая, где-то здесь. Минимум 15 квадратных метров или 16. Здесь у нас санузел, тоже просторный. Здесь маленький балкон французский, а также выход на главный балкон. А это по-другому открывается. Надо на себя потянуть. Вот такой вид. Так. Дорогие зрители, хочу подвести итог. 4+1. Двухуровневая вилла с частным бассейном. Расстояние отсюда до моря Средиземного моря 4300 метров максимум. Надо обставить, купить мебель, бытовую технику. Обойдется как минимум 8000 евро, так как здесь 5 комнат. Цена этой виллы 400 тысяч евро, дорогие зрители.
Ну, вилла VIP. Скидочка я вам добьюсь, так что звоните по номеру, который указан в описании, также в профиле. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район Каркадзяк. Всем желаю радости, добра, благополучия и счастья. Всем пока-пока.